Решил снять полезное видео, как повесить часы на стену. Ну, очень у многих у вас дома есть часы, будильники, да? Но есть, которые именно вешаются на стену. Они очень полезны тем, что они занимают место, а вы их, ну, нацепили куда-то на стену. Потом заходите в эту комнату, и у вас уже на автомате, вот при входе в комнату, взгляд на часы направляется. Тоже вот такая вот вещь. Значит, смотрите, как вешаются часы на стену. Вот если я сниму и посмотрите вот эти заднюю часть часов, они сейчас все делаются в Китае. Принцип такой, тут механизм, и на этом же механизме вот этот вот крючок, да, находится. И этот крючок надо за что-то нацепить. Для этого надо в стене сделать отверстие, не путать с дыркой. Вот, и в него вставить, ну, гвоздик, шурупик, неважно. Причем, ну, не надо отверстие делать именно глубоким, на там 5-10 сантиметров. Тут вес, ну, 200 грамм, ну, 300 максимум. Поэтому не надо с этим заморачиваться. Вот, посмотрите, у меня даже это отверстие, вот, немного шатается. Но, тем не менее, я не переживаю по этому поводу. Вот, смотрите, как все это делается. Теперь главное попасть. Вот так вот, вот так вот. Оп! Попали. Теперь смотрите, когда вы часы уже повесили, главное теперь их ровно установить. Можно воспользоваться уровнем, а можно и на глаз. Ну, чтобы часы у вас вот так вот боком не висели, поправили их рукой, и все отлично. Значит, смотрите, если у вас в стене нет гвоздя, главное заранее определитесь, куда вы будете вешать. Потому что вот у меня, я тогда не определился, и вот просверлил 5 дырок, и в итоге ими не пользуюсь. 5 отверстий, извините, пожалуйста. Ну, в итоге вот стена имеет вот такой некрасивый вид. Поэтому, ну, тут вам надо заранее определиться, в каком месте будут висеть часы. Но я думаю, у вас все получится. На этом все. Спасибо за просмотр.